Дорогие друзья, всем большой привет! Сегодня 20 марта, и вы попали на мой новый влог, который посвящен сразу двум значимым историческим событиям. Первое – это концерт, который пройдет сегодня же в Московском государственном университете, а программа полностью состоит из произведений великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, у которого завтра будет день рождения. Ну а сыграем мы хоральную прелюдию «Взываю к тебе, Господи» и хорал из 147-й кантат. Сотрудничаю я сегодня с замечательной органисткой Юлией Лотовой, которая, кстати, возглавляет органный класс в этом великом университете. А второе событие – это концерт моего друга Тимура Халиуллина «Саундтреки на органе от Баха до Циммера». Пройдет он в Светлановском зале Московского международного дома музыки. Я также принимаю участие совместно с Вячеславом Змеу, флейта пана. Сыграем мы ту же хоральную прелюдию фа минор, «Взываю к тебе, Господи», три товарища Эдуарда Николаевича Артемьева и на бис. Все вместе, втроем выйдем и исполним «Аллилуйю» Леонардо Коэна. Даже несмотря на то, что университет имеет, можно сказать, свою собственную одноименную станцию метро, нужно еще добираться на автобусе. Органный класс Московского государственного университета является единственным в нашей стране коллективом, где в рамках художественной самодеятельности в немузыкальном вузе преподается игра на органе. Сам же коллектив был создан в 1981 году. А с 1989 года и по настоящее время органный класс бессменно возглавляет Юлия Николаевна Лотова. Также коллектив проводит по несколько концертных программ в год, в некоторых из которых принимают участие специально приглашенные солисты из самых разных специализированных музыкальных учреждений столицы. А сегодня честь выступить в величайшем храме науки предоставилась именно мне, за что огромная благодарность руководителю органного класса. Так, концерт прошел очень успешно. Порадовали прекрасной музыкой Иоганна Себастьяна Баха студентов и профессоров Московского государственного университета. Но влог на этом не заканчивается. Мы находимся в Московском международном доме музыки, и сегодня у нас уже через считанные минуты состоится концерт, где будем играть саундтреки в Светлановском зале. Это значит, что мы имеем дело с самым большим органом в Москве. Thank you.
финале мне бы хотелось сыграть особое произведение, которое полно тепла и любви. Это музыка, которая звучит и в завершении служб многих конфессий, в том числе, я видел, это звучит и на православных, и на лютеранских, и на католических службах. Это музыка, которая исполняется на бардовских фестивалях. Это музыка, ставшая саундтреком из мультфильма «Шрек». Эту музыку хорошо знают детишки, но и больше. Это произведение является своего рода символом мира, добра, любви. Это «Аллилуйя» Леонарда Коэна. Мне бы хотелось, чтобы эта музыка сегодня прозвучала как особая молитва для моих земляков, для белгородцев. Сейчас в моей филармонии... Спасибо. Белгородская филармония, к сожалению, отменены все мероприятия, тревожные времена. И мне бы хотелось, чтобы мы с вами вот этой частичкой тепла и добра поддержали белгородцев и передали им хотя бы мысленно, хотя бы нашими чувствами слова и эмоции поддержки. Итак, аллилуйя!